Привет! Что, гулять пойдешь? Лиза! Лиза! Ой, смотри, она хвостом как танцует у нее этот. Ева с ума сошла. Всем большой-большой привет. С началом нового влога. Завтра мы едем уже к врачу. Я надеюсь, ну я уже буду по-любому больничный закрывать. А, надеюсь, что Матвей после праздников тоже уже выйдет. Мы ждем результата анализа. Еще анализ еще не пришел. Должен быть завтра. Но вот днем практически он уже не кашляет, хотя вот такой все равно кашляет влажный еще. Посмотрим, что завтра скажет нам врач. Ну, видимо, красный. Нет. Вышли еще. Мы сегодня в обед ходили с Матвеем вдвоем, дышали. И сейчас вышли с собаками. Чуть-чуть подышать свежим воздухом. А, прелесть загородного дома, житья в загородном доме, что ты можешь в любой момент, в принципе, выйти на улицу. Я ему, например, наливала компот. Я говорю, так все, выгоняла его на улицу. Он сидел, дышал свежим воздухом, пил, например, теплый компот. Прекрасно вообще, то есть, ну, потому что, когда ты в городе живешь, все-таки немножко проблемно, да, выходить. А здесь прям хорошо. А вот мы тоже сейчас вышли подышать, погулять немножко. Так как-то обещают нам к праздникам, к 8 марта, мороз опять. Вроде потеплело, вот я говорила, что весна-весна. Обещают опять, что ночью будет мороз. Но с другой стороны, очень хорошо, чтобы, знаете, немножко снег садился. И было, ну, вода так не таяла. Точнее, снег так не таял, что постепенно уходила влага. Потому что снега очень-очень много, что говорить. В среду минус 10 и минус 17. Ну вот, уже ночью будут сильные заморозки. Ну, с другой стороны, хорошо. Когда днем солнышко, да, вроде припекает, а ночью мороз, это прям нормально. Вот, так что мы сейчас погуляем, потом я буду ужин готовить. Я на салате ужин, все. Прихожу в норму, никакой плохой еды. А моим буду на гриле жарить медальоны. Покажу вам, в общем-то. Матвей попросил картошку. Я ее с Димой жарю, думаю, хватит. Я не буду есть. Вот, готовлю. И сейчас буду на гриле жарить. У меня вот такие вот медальончики с свининком. Сейчас у меня он разогревается. Очень, девчонки, удобная штука. Я сегодня делала утром шаурму. Прям вообще так вкусно получается, классно. Прям рекомендую, кого нет, прикупить себе. Прям супер. Вот такая красота. Накрываем. И все, девчонки. И ждем, когда эта прелесть приготовится. Поставлю таймер. Минут 15. Так, 16. Ну все, ждем. Девчонки, продолжаю снимать свой влог. Ой. Мы сейчас собираемся к врачу. Вчера пришли у нас результаты анализов. Слава богу, у нас нет никакого коклюша. Я очень этому рада. Но я почему-то проснулась, у меня у самого голос осип. Сопли какие-то появились. Не пойму, что... Сейчас поедем к врачу. Лиза, что это за собака? Ну, я понимаю, что да, только надо с тобой, да? Иди сюда, не мешай. Я с девочками разговариваю. Все, давай, ложись. Кэш. Вот, и что-то меня сбило. А, поедем к врачу, что врач скажет. Я думаю, что нам сейчас сменят другой сироп дадут. Потому что надо уже такой более отхаркивающий. Но слава богу, что никакого коклюша. Это просто, значит, какой-то вирус такой был. Хочу ответить сразу на вопрос по поводу Дани. Кто-то мне задал вопрос, как он питается. Девчонки, он такой вредный. Блин, вообще, мы вчера с ним просто по телефону поругались.
вы мне ничего не передавайте, я все типа буду сам. Первую неделю, когда он уехал, мы ему там наготовили кучу лотков всяких разных. Лиз, давай. Наготовили разных лотков, он ел. Потом сказал, ничего мне не передавайте, я, мол, буду сам. Но вот он, когда уехал, я ему чебуреки с собой положила, наверное, штуки 4. И все, как не позвоню, ты что, ты что-то ел? Да, ел чебуреки. Ты что-то ел? Да, ел чебуреки. Я говорю, слушай, там было всего 4 чебурека. Ты не мог 3 дня есть чебуреки на завтрак и на обед и на ужин. И говорит, что ест. Но у него там и макароны, и тушенка есть. Даже если он и не готовит, будь здоров, Матвей, то всегда он может купить готовой еды. Ну, что я могу сделать? Я ему сказала, если ты будешь плохо питаться, если ты испортишь свой желудок, говорю, я тебя заберу домой и будешь жить дома и вставать в 5 утра и в 6 ехать в институт. Я говорю, либо ты в чувство приходишь, либо как бы приезжай домой. Вот он сказал, ладно, мама, я приеду, мол, в четверг, мы с тобой поговорим. Так что, вот так, девчонки. Взрослые дети, начинаются разные другие проблемы. Вот. С маленькими, конечно, попроще, но тоже. Мне не нравится мой голос. Просто осталось у меня заболеть, сидя дома. Девчонки, приехала домой. Допила свой кофе, купила массу творожную, такая себе не очень. Короче, что, врач сказал до понедельника. В понедельник Матвей уже пойдет в школу. Я, соответственно, уже в четверг пойду на работу. Стала пить таблетки сама от кашля. Мне, знаете, мокрота ходит вот там внутри, и мне это мешает жить. Вот. Немножко я замороченная сижу. Мне надо кое-что сделать. Вообще, что-то я много на себя взвалила. Все не успеваю. Все не успеваю. Вот. Короче. Слава богу, мы выздоравливаем. Еще вот ему до понедельника как раз пропить. Сейчас нам прописали мукалтин. Просто, говорит, мукалтин, все, больше ничего не надо. И мы... я надеюсь, что я не заболею. Мне бы не хотелось это делать, потому что... Болеть это вообще... Ну, просидеть 2 недели дома и чтобы что, заболеть? Ну, как бы вообще не хочу. Купила сырники вот такие. Хочу попробовать. Я сама сырники не очень умею, девчонки, делать. Не знаю, но вот не мое коронное. Это моей мамы коронное блюдо. Но иногда с утра вот прям хочется что-то творожное, сырнички съесть. Взяла. Сейчас пойду работать. Хотя на больничном работа-то ее вообще никто не отменял. Причем ни разу. Вот в этом-то и ужас больничного. Когда ты на больничном, тебе за это не платятся деньги, но ты работаешь. Вот это прям бесит. Девчонки, забегала в подружку, купила подарки к 8 марта. Вот такая какая-то новинка, мицеллярка от Garnier с витамином С. Подарю сестре, племяннице. Маме подарю, она любит всякие гели, вот такие для умывания. Купила ей вот такой гель, выравнивающий тон кожи для умывания. Себе купила свою любимую гигиеническую помаду, которая вот без цвета. Это вот это вот It Me. Это прям вот самая любимая моя гигиеничка, которая только есть. Мне они очень нравятся. И по скидке взяла вот такой шампунь и бальзам. Я до этого покупала Вольтаж, или как-то Вольтаж. Очень мне нравится. Он вообще сейчас какая-то что-то 300 с чем-то рублей. И хороший очень миллилитраж, 500 миллилитров. И увидела вот такие филлеры по 100 рублей. Один идет какой-то концентрированный филлер для быстрого восстановления, а этот для глубокого питания.
Я так думаю, они тоже идут. Их, наверное, надо с водой. Так, да, один к одному с водой. Вот, взяла, сделаю. Такие вот штучки классные. Девчонки, я тут сделала себе типа поки. Вниз положила рис. Рис я пролила рисовым уксусом. Он такой сладковатый. И положила себе тунец, морковку. Как она, водоросли, да? И имбиря, и помидорку. Немножко присыпала сыром, пармезаном. Так у меня будет вкусный ужин. Девчонки, продолжаю снимать свой влог. Утро доброе. Завтра я уже выхожу на работу. Матвей сегодня с папой поехали в Калугу на подбор новых линз ночных. Потому что уже прошел год. Сказали, что нужно подобрать новые линзы. Вот они поехали, я осталась дома. Хочу сейчас немножечко прибраться, пыль протереть. Я что, включаюсь? Девчонки, обязательно всегда проверяйте срок годности. Вот у меня есть маска вот эта ночная. Но она не ночная, она вообще дневная. Я ее на ночь наносила. Но я вспомнила, что она у меня очень давно. А срок годности здесь 6 месяцев. Я ее сейчас буду выбрасывать. Обязательно следите за средствами именно по сроку годности. Потому что, во-первых, эти средства перестают работать так, как должны, да? Особенно, ну, уходовая косметика. И, девчонки, нужно обязательно все-таки это лицо следить за тем, что мы мажем на наше прекрасное личико. Я очень довольна Виши вот этим кремом. Помните, я вам показывала под глаза? Прям, девчонки, вы знаете, кожа стала... Вот неделю я, может быть, чуть больше, да, я им пользуюсь. Но под глазами кожа стала какая-то такая более эластичная, что ли. Не пойму. Но вот результат вижу. Очень рекомендую. Ой, на улице солнышко, просто прекрасная погода. Сразу так жить хочется. Жить хочется. Так что, девчонки, обязательно смотрите, чтобы все было у вас тип-топ. И по тоналкам надо тоже, знаете, смотреть. И по всем средствам, потому что лицо это такое дело. Да даже не то, что что-то случится с лицом, но просто когда средство просроченное, то, соответственно, оно и работать так будет, да? Никак. Вы будете, считаете, мазать, а ничего работать не будет. Вот. Так что... Я сейчас вот этот выброшу. Кстати, хороший вот этот реше. Это была антивозрастная маска для всех типов кожи. Мне очень нравилась. Я ее на ночь наносила. И вспомнила про то, что у меня закончились все ночные маски. И вчера заказала себе масочку. Ночную масочку заказала. Посмотрим. Должна прийти. От корейского бренда. Ой, что я ушла-то? Так, мне надо взять... Хочу пыль протереть. Ой, в спальне. Вот у меня есть. У меня есть такие средства. Сейчас буду протирать пыль. Постель заправлять. В общем, приведу немножечко дом в порядок. Я зашла в Фамилию. Смотрите, какие прикольные подносики. Только ставить некуда. Прикольно. Вот такие еще листочки. 500 рублей. Так, смотрим, что есть. Бывает полно разных красивых. Такая модная узкая ваза. Бокалы, смотрите, какие белые, красивые. Черные. Такой я, конечно, не очень
люблю. И вот бокалы прикольные для напитка. Так. А наборов бокалов нет. Только такие, такие мне нравятся. Смотрите, какой милый зайчик. Я обязательно его куплю себе. 1200. Или курочку лучше. Смотрите, какая курочка тоже симпатичная. Скоро же Пасха, надо украшать. Тоже красиво. Венок красивый. 1200. Зайчик милый. Плохо он без глазок. Ну, и чё? А вот тоже, смотрите, как идея. Берете палку, на нее вот эти яйца покупаете в фикс-прайсе и вешаете. Стоит это все удовольствие 850 рублей. А вы можете сделать еще дешевле. Зайцев-то брать или нет? Нет, решила, зайца не буду брать. Баблон с глазками хотя бы. А то как-то совсем грустно. Ченьки, смотрите, как я еду за рулем с букетом цветов. Очень красиво. У меня сегодня у племянницы день рождения. Я ездила, покупала цветы. Очень выгодно мне получилось. В ленте я зашла и привезли прям свежие букеты. Там буквально прям разбирали. Очень выгодно. 25 штук. Вот. Потому что тюльпаны для меня это весенние цветы. И 8 марта, конечно, вместо роз я бы хотела получить тюльпаны. Вот. Посмотрим, что мне подарит мой мужчина. И подарит ли вообще букет. Но это дело следующее. Я еще поехала зачем? Я поехала за кофе. Потому что у нас закончился зерновой кофе. Я утром попробовала налить себе кофе растворимый. Не, не могу. Поехала, купила кофе. Мне надо было кое-какие подарочки докупить. Сестре, маме. Я вот вчера показывала, что купила им мицеллярку. Еще купила крем для рук. Вот, положу им все в пакетики. Сегодня мы встречаемся на дне рождения. Как раз уже им заранее поздравлю. Голос у меня, девчонки, садится. У меня в школе начинает все болеть. Сейчас позвонили двое, сказали, температура, жутчайший кашель, это явно какой-то вирус. Я надеюсь, что завтра один день я выйду, потом будут праздники, и я ничего лишнего не подцеплю. Потому что, вы знаете, эта зима такая дурацкая получилась. Я прям часто болела вот такими, не сильно, но вот какими-то вирусными, то соплями, то, помните, эта температура 37 непонятная была. Очень часто, и не только я, и в моем окружении тоже очень часто люди болели. Вот, и, конечно, мы ждем очень тепла. Сегодня ночью было минус 9, сейчас за окном минус 2, в принципе, нормально, комфортная погода. Матвей с папой уехали, я вам говорила, в Калугу, короче, 2 недели мы должны теперь походить в очках. У нас роговица должна прийти в свое нормальное состояние, и через 2 недели мы поедем заново, и будут уже смотреть нам линзы ночные подбирать. Если роговица в свое состояние обратно не вернется, как объяснил сегодня врач, я не совсем, если честно, понимаю, что у него очень какая-то крутая роговица сама по себе, вот искажение очень крутое. И если ничего не изменится, то у нас будут тогда дневные линзы, как вот я ношу. Но самое главное, чего мы добивались и добиваемся, и врачи говорят, самое главное, чтобы у нас не снижалось зрение, не падало. Оно, слава богу, у нас не падает. А вот, так что я надеюсь, что все должно быть, хотелось бы, чтобы все было нормально. Мне так хочется сделать фотку какую-нибудь красивую с этим букетом. Сейчас доеду до дома, пойду сделаю себе фото. Голосок у меня, конечно, еще тот.
Слышите, да? Как я разговариваю. Но ничего. Самое главное, горло не болит. Я стала пить таблетки от кашля. Даже не то, что от кашля, а у меня мокрота, получается, вот ходит где-то в горле. И такая, ну, вязкая очень. И я решила пить, чтобы она быстрее выходила и все это не превратилось в кашель. Я купила свой любимый, девчонки, Жардин. Нравится мне. Мне нравится, что он не кислый. Мне прям подходит. И в ленте сейчас у него была скидка 960 рублей. Килограмм я взяла. Вот так я сложила подарочки. Одинаковые пакетики. Это здесь еще у меня там у племянницы дочка маленькая. Тоже ей подарочки. Купила такие бантики. Красивые, мне кажется, такие прям милые бантики. И я ей купила вот такую штучку, типа ободок с ушками и волшебную палочку. И вот так вот все вот это ей. Короче, понесу сегодня подарки своим. Сейчас попозже пойду голову мыть. Хочу попробовать одну из филлеров. Я, если честно, вот такие не покупала, все время брала раньше корейские. Но я настолько забила на волосы в последнее время, что вообще ничего не пользовалась, ну, ничем не пользовалась, и хочу попробовать вот этот. Девчонки, я готовлю ужин. У меня сегодня на ужин будет картошка с мясом. И Матвей любит, когда я добавляю вот такое как бы рагу фасоли. Я беру банку фасоли, сливаю ее и добавляю. Сначала вот сейчас все вот это у меня будет тушиться. Мясо с овощами, а потом я добавлю картошку. И все это дело еще будет тушиться уже вместе с картошкой. Сейчас мне надо, чтобы немножечко... Как вы знаете, видите, сколько сок курица дает. Я готовлю им для двоих. Да, не в институте. Я сегодня на ужин ухожу к племяннице. Они будут дома у меня вдвоем. Я думаю, хватит. Как раз нормально. Девчонки, я собираюсь на работу. И хотела вам показать про то средство, которое я абсолютно давным-давно пользовалась для лица. И я про него абсолютнейшим образом забыла. Сейчас показываю. Это вот этот вот CC-крем от Люмине. Когда-то очень давно он у меня был. И вы знаете, это очень классное средство, которое... Ну, он не сильно, конечно, перекрывает. Мне потом приходится еще некоторые места дополнительно перекрывать. Но он безумно классный. Вот, он, конечно, очень долго у меня шел, просто вообще не знаю, прям долго-долго. Но это реально крутое средство. Кто, девчонки, помнит или кто не знает, попробуйте обязательно. И плюс огромный, что он идет уже с SPF 20. То есть для меня это очень важно. Дополнительная защита SPF. Я, конечно, люблю вот эти вот Катрисы, но они идут всегда без SPF. И это, конечно, большой минус. А вот это прям классное средство. Обязательно попробуйте, кто еще не пробовал. А я очень радостная, счастливая, собираюсь на работу. Матвей дома сегодня, еще спит. Я сейчас пойду быстро приведу свои волосы в порядок, немножко подкручу. И поедем встречать весну. Сегодня 7 марта. Девчонки, с наступающим праздником. На улице светит солнце. Просто какая-то сумасшедшая приятная погода. И сразу настроение поднимается, потому что, когда есть солнышко на улице, сразу жить хочется. Согласитесь? Девчонки, я собралась на работу. У нас сегодня предпраздничный день и все оттенки весны. Я решила одеть вот такой пиджак, все черное. И вот этот мой яркий пиджачок. Туфли еще на работе. Мне кажется, классно. Ну, вот это такая штучка, знаете, зажигалка. Все, я поехала. Девчонки, хочу показать вам блеск. Это же не блеск, это
как бы на солнце. Вот. Это вот такая гигиеническая помада с оттенком. Посмотрите, как она круто выглядит. Кто пользовался люксовой косметикой, вы сразу догадаетесь, что это за прекрасная коробочка. Пока я вот намазала, мне нравится. Очень прям так по-весеннему. Очень классно. Получается, так, знаете, освежающий сразу такой взгляд. И она именно бальзам. Она, конечно, не нажимается на кнопку, как бренд, который в люксовой серии. И она вот такого вот розового оттенка. Вот. Очень приятно пахнет. Заказала на ВБ. В общем, буду пробовать пользоваться. Но мне нравится, что она такая очень, видите, блестящая, такая прям классная. Так, дальше. Вот такой кремушек ночной. Ой, маска ночная, простите. Это маска для лица от корейского бренда Epyu. Это идет очищающая маска для лица. На очищенную кожу, в общем-то, нанести, смыть теплой водой, но я ее буду наносить на ночь. Буду смотреть, что это. Она, типа, очень хорошо выравнивает тон кожи и все такое прочее. Она не идет ночной, но ее можно использовать как ночную. Сейчас открою, покажу. Маска вот такая, как гель, она идет. С такими небольшими частичками, может быть, даже на ночь ее не очень даже будет хорошо. Можно, наверное, ее использовать как пилинг такой. На несколько минут нанести и смыть теплой водой. В общем-то, она идет с папайей. Вот. И я когда читала, она выравнивает тон, поры расширенные очищает. Ну, посмотрим. И я купила себе еще вот такую расческу на ВБ для укладки. То есть сначала ей укладывать волосы, прикорневой делать такой объем, чтобы расчесывалась. Это Зингер. Ну, выбирала, в принципе, по цене. Вот, посмотрим. Нужно было именно, чтобы вот здесь были отверстия, чтобы воздух теплый проходил. А, в общем-то, купила. Мне нужно. Ну и вот. Вот эта вот помадка. Выглядит красиво, очень стильно. Вот видите, она такой розовый оттенок вставляет. Я вот ее тестила. У меня тут еще несколько помад, короче. Я как обычно. Вот. В общем-то, на этой ноте я буду с вами прощаться. Увидимся с вами очень-очень скоро. У меня приехал Даня домой. Вот, завтра уже 8 марта, праздники. Так что, девчонки, обязательно увидимся. Не скучайте. Всех целую, обнимаю. Всем пока.